Всем привет, мои хорошие, рады приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас пельмешки в сливочном соусе и с сыром. Получается очень вкусно. Также у нас здесь грейпфрут, немножко клубнички. Она была в холодильнике, поэтому я ее взяла. Здесь у нас даниссимо, два слоя. Или как правильно, с этими кругляшочками. Очень вкусно. И давайте приступим. Еще, кстати, новый напиток будем пробовать. Какой-то супер дешманский. Я взяла пельмени, немножко обжарила слегка, добавила сливки. Вообще обожаю сливки. Все, что со сливками, получается очень вкусно. В общем, добавила сливки. Отварила хорошенько. Точнее, наверное, попарила. Затем добавила дофига сыра. Я почему-то думала, сейчас сыр будет так тянуться, но не тянется он. Вчера я встретила столько подписчиц, столько. Никогда в жизни у меня не было такого. Мы пошли на пикник. Там было очень много народу. Мы были с братом. Я, кстати, влог сняла. Можете посмотреть влог. Я там встретила столько подписчиц. Одна из них, у нее тоже есть свой канал с бумажными сюрпризами. Я ей сказала, что приготовь коллекцию. Я сниму с твоей коллекции. Точнее, она сама сказала, что она приготовила для меня коллекцию, мы обменялись номерами. Такие милые у меня подписчицы, честно. Я прям не устаю умиляться. И вот я лежу на пикнике. Я именно лежала там на солнце. И ко мне то три девчонки, то две девчонки, то еще одна подходит. Я прям себя почувствовала конкретно некомфортно. Мне очень приятно, честно. Но я просто, знаете, на минутку представила. У меня ведь не такая большая аудитория. Например, если взять прям звезд, это получается, они никуда не могут пойти. А как куда-то идут. А вчера мы были на торговой. И на торговой у нас очень много всегда народу. Туда-сюда ходят, то есть... То есть там прям, знаете, такая толпа идет. И ты не почувствуешь, что кто-то рядом с тобой идет. То есть народу дофига. Кто живет в Баку, тот поймет, о чем я говорю. Особенно, когда идешь от хард-рока в сторону бульвара. Это вообще нечто. И мы с подругой идем, обсуждаем наши личные моменты. Я заметила, что сзади нас идут две девочки. Мы идем, обсуждаем то, все, третье, десятое. Там парней и все такое. А потом, спустя где-то 10 минут, эти девочки такие: «Айка, мы вас знаем, ваши подписчицы». Мне так стыдно стало. Стыдно стало не от того, что я что-то плохое про подписчиков сказала. Я просто столько личного вывалила. Поэтому, если на минутку так задуматься, если у меня, например, так много подписчиц, а вы представьте, например, какой-то блогер-миллионник, или у которого несколько миллион подписчиков. Таким вообще, наверное, сложно. Как вкусно, ребята, это просто нечто.
Если у вас в холодильнике есть пельмешки, особенно домашние, обязательно приготовьте. Еще, знаете, что заметила? У нас в большинстве ресторанов на торговые сделали чаевые. Причем об этом ни в меню, ни на лбу, ни в заведении. Нигде не написано, что, например, ты обязан платить чаевые. То есть принудительные чаевые, и в каждом заведении этот процент отличается. И при этом раньше, когда ты шел в это заведение, официанты с тобой общались гораздо милее, чем сейчас. Раньше, когда в это же заведение ты приходил, например, 2 года назад, когда не было этой темы, официант хотел тебя хорошо обслужить, чтобы получить хорошие чаевые. А сейчас плюс-минус официант знает, что принудительные чаевые, например, 20%, 5%. И пофиг на тебя. В общем, вот эта штука мне не очень понравилась. Мне кажется, хотя бы на меню нужно написать, что еще к этой сумме плюс 5% еще чаевые. Причем принудительные. Не знаю, насколько это вообще законно. На мой взгляд, опять же, лучше просто сделать в меню блюдо чуть-чуть дороже на пару долларов и убрать эту штуку вообще насовсем. Потому что, например, человек иностранец приезжает впервые, ну, к примеру, да, и у него в кармане 10 долларов. Он садится за стол, кушает на 10 долларов, а ему приходит счет 12 долларов. И он такой типа в шоке. А почему это не написано? И почему об этом не сказано? Но народу дофига. Я, если честно, не очень люблю ездить в центр. Вот у меня подружка около моего дома, плюс-минус, есть очень много классных ресторанов, классных заведений. Те же заведения, которые находятся в центре города, их филиалы находятся поблизости мне. Я всей подружке говорю, давай посидим где-то здесь. И она всегда, нет, давай в город. Хотя мы идем в ресторан, филиал которого есть и у нас. И почему-то по такому принципу живут все. Я не могу сказать, что я прям на окраине живу. Нет, у меня близко метро, в 5 минутах от меня. Есть абсолютно все. Но почему-то все всегда едут центр, в моллы. Но летом, мне кажется, больше в центр. Я не люблю в моллах сидеть летом. Еще плюс, когда ты едешь в город, ты встречаешь своих одногруппников, там, не знаю, одноклассников, с кем учился. Обожаю этот йогурт. Моя подписчица в Инстаграме купила себе 10 таких йогуртов и отметила меня в истории. Так было мило. Просто любимый йогурт. У нас резкое потепление.
И как хорошо, у нас здесь делают классные парки для пикников прямо под моим домом, буквально в двух шагах. Сейчас просто там ремонт, делают обалденный просто парк. Раньше, я помню, все жаловались люди на то, что у нас парки как музеи. Вот реально, раньше у нас строили парки. Мамочка отправила новый ТикТок. Мама что не увидит там, сразу мне отправляет. У нас раньше парки были как музеи. Везде мрамор, не знаю, лестницы, какие-то статуэтки, фонтаны. Потом я заметила, что пару блогеров начали на это жаловаться. Они говорят, вот в Европе такие леса, у нас что за парки, нам не нравится и так далее. И вот сейчас просто в активном режиме начали везде строить эти парки. Какие, знаете, парки? Типа леса. Там газон, все дела, но у меня во влоге увидите. Огромные просто. Было вкусно. Я обожралась. Я заметила, что в последнее время мои мукбанки стали набирать больше просмотров. То есть раньше у меня видео где-то за неделю набирало 50 тысяч. А сейчас я смотрю, у меня видео 60-70 тысяч. Это, с одной стороны, так радует. Хотя в последнее время я стала все меньше и меньше рассказывать личных моментов. Возможно, так даже лучше, так даже интереснее. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Айка.